Больше 5000 иностранных автомобилей легализовали в Казахстане с 23 января. Их владельцы получили технические паспорта и госномера. Об этом сообщили в МВД. В ведомстве отметили, что многие предпочитают сдавать документы онлайн, что значительно сокращает время прохождения процедуры. Всего на сегодняшний день одобрили почти 26 тысяч заявок. Есть информация у нас, что сейчас люди пытаются еще возить эти машины, в том числе и праворульные, и пытаются какими-то обходными путями узаконить, доказать, что она ввезена поздним числом, вернее ранним числом. Я всех предупреждаю, у нас четкая база, все налажены и со страховщиками, и с пограничниками, и мы сразу видим, если эта машина ввезена позже, она не будет легализована. Напомню, правила проведения процедуры утверждены правительством. Получить казахстанский номер могут владельцы автобусов, легковых и средних грузовых автомобилей при условии, что транспорт был ввезен в страну до 1 сентября прошлого года. При этом он должен быть снят с учета и не находиться в розыске, а также пройти необходимые таможенные процедуры. Продлится легализация до 1 июля.